номер 15 Мейтленд Найлс, номер 14 слева в атаке Абамиян. Ну и на острие Леказет, забивная 10. 21 Бенджамин Андре, капитан команды, и Амари Траоре, номер 27 Жульен. Это Лондон, 1/8 финала Лиги Европы, ответный матч. Арсеналу нужно отыграть. Начинает действительно Рен. И снова Рен с мячом. На дальний удар отважился вот этот молодой человек в ярких оранжевых бутсах, но... Быстрый гол. Но пока мы не видим какого-то супер стремления Арсенала, и даже штрафной за падение не дается. Надо играть без стандартного положения, придумывать что-то с игры. Да, Андрис Триманис, главный арбитр, вот он на ваших экранах, промолчал здесь, хотя мне показалось, что Узила роняли откровенно. Ну и еще одна атака Арсенала. Пас низом, но удар и гол! Это гол! Это Пьер-Эмерик Обамиян. Главная ударная сила. Делает то, что делать Арсеналу нужно. Отметим передачу Рэмзи. В ногу вложил этот мяч. Ну и счет на табло. 1-0. Обамиян доволен собой, доволен результатом. Вот что значит играть под давлением. Под давлением своей трибуны, если мы говорим о Рене, и под давлением большого стадиона. Только что Коубик не очень, да, надежно выходил из ворот. А теперь и голевая атака буквально несколько секунд спустя. Что здесь произошло? Рэмзи пасует. А Найлс начинает эту атаку на левом фланге. Ну и не без везения. Между ног защитника мяч пролетел. Это расстояние там было. Пускает мяч, а вот теперь уже на всех парах мчатся канониры. Абамьян штрафной прострел. И угловой будет. Лаказет бежал параллельным курсом и даже, кажется, уже успел поднять руку, показывая Абамьянгу, что он откликается на... Ловато. И снова Арсенал с мячом. Абамьян, Калашинов, штрафной прострел. Прямо на ногу, казалось, летит Лаказету этот мяч, но только казалось, защитники тоже нашлись там у гостей. И это очень аккуратная игра в обороне была, но атака Арсенала продолжается. Джака. Рен прижимается, Арсенал этим пытается пользоваться, и вот здесь передача на Лаказета, но положение вне игры. Положение вне игры, забежал француз. Мяч отдайте, пожалуйста, французской команде. Отвечается в центр, разыграна комбинация. Офсайд пассивный, подача на дальнюю штангу, удар 2-0! Арсенал! И как здорово Калашинец ушел от мяча, когда он понял, что на него идет передача. Он понял, что он находится в офсайде, он просто сделал два шага к своим воротам. Но Абумьян все это дело подхватил, смотрим еще раз. Да, и стоит отметить бригаду арбитров, которая, в общем, этот эпизод расценила так, как и нужно. Футболисты разобрались, и судьи разобрались. Майтон Найлс забивает этот гол. Быстрых два мяча. Это уже действительно сценарий Арсенала по полной программе. Еще раз разбираем по кусочкам этот мяч. Итак. Попытка посмотреть еще раз, а может быть и не раз, повторы, которые предшествовали второму голевому моменту, второму голу, а здесь Леказет получил по ногам, но и желтая карточка в этом матче. Те, что с обороной тоже нужно быть повнимательнее. Какой классный перевод! Ну, это мастер Бен Арфа разыграл для себя эту комбинацию, увидел партнера, забросил вперед. Красиво. Арсенал в такой небольшой футбольный квадрат решил поиграть. Возле своей штрафной. Едва ли это. А нет, закончился. Потеря мяча. Неаккуратно разыгран мяч в центре поля. Канонир. Да, но здесь фол Арне Рэмзи. Гингер по-прежнему в Арсенале. То уже бы Сар был на карандаше. Любит вот таких игроков, которые... только-только в каком-нибудь небольшом французском клубе начинает о себе заявлять. Но любит Арсен Венгер. Теперь уже право голоса на эту покупку у него в Арсенале нет. Здесь Дамьен Да Силва оказался на газоне. Столкновение с Абамиянгом. Он очень быстро. В первом матче... Ох, как громко закричал. И это тот самый Лаказет, который... был прощен дисциплинарными органами УЕФА. Ух ты! Ох, капитану досталось на газоне. Бенджамин Андре. Узил, подача. Абамьянг через себя пробил. В лучшем стиле некоторых игроков футбольного клуба Краснодар. Но не попал Абамьянг. А если попал, было бы ох, как красиво. Да, хорошая попытка, она зачтена. Без всякой паузы.
Лаказет вошел в штрафную. Калашинас. Мяч под левый. Мяч в недосягаемости. Да и, по-моему, положение вне игры зафиксировал Лайнсман. Ну, а обжегся на молоке, дуй на воду, как известно. Ну, вот примерно то же самое делают и линейные арбитры. Смотрим. Под левую будет перекладывать мяч, но и здесь передача. Лаказет. Рэмзи, удар по воротам. Колбек на месте. Ну и удар прям в него пришелся. Ничего сложного для голкипера Рена не произошло. Еще рассмотрим. Озил, Лаказет в касание, ну и неподготовленный удар у Рэмзи. Перевод не подачу, накрывают вдвоем здесь. Хозяева 18-го номера гостей. Ну и Бен Арфа вынужден сам наносить удар по воротам. Не получилось, откровенно говоря, показать. Ну и снова на забросы. Снова заброс на Сара. Тот снова бежит, снова не догоняет, снова положение вне игры. Подоспела страховка Рена. Рен в атаке. Вторая комментированная минута к первому тайму идет. На правом фланге не догоняет мяч Камари Трауре. И снова длинный мяч в направлении правого фланга. Сар здесь едва ли не подкараулил ошибку Калашинаса, но все-таки этот сброс мяча. Дополнительное время сегодня. Потому что мне хочется увидеть гол Рена. И, ну давайте, все самое интересное будет во вторые 45 минут. Второй тайм второго ответного матча Арсенал Рен. 2-0 после первой тренера. На Эмери удар. Ньянга. Штанга. Рифма. Продолжается атака Рена. Но недолго. О, как неожиданно и резко все произошло. Ньянг хотел бы себя все-таки с голом зарифмовать, а не штангой. Но атака действительно прекрасная. 2 минуты после возобновления игры. И вот такая острота у ворот лондонцев. Смотрим еще раз. Ньянг бил. Да, действительно видим 15 номер, которому отлетел мяч. Находился в офсайде. Ну и, по-моему, чех достал этот мяч. Ньозил. Подача хорошая. И здесь от головы Лаказета мяч летит выше ворот. И Абумиянг. Надо бежать Абумиянгу. Колбек вышел. И как оказалось, не зря. Повезло вратарю Рена. Но тогда Колбек вышел из ворот. Это сейчас Озил. Подача на дальнюю. Мустафи не допрыгивает до мяча. Еще и по затылку защитник попадает. Это Бенсибайни. Ну, кстати, реакция, да? Насколько это... И прессинг в исполнении Рена. Напрягает. Ну и Джака. Джака в начале второго тайма очень часто бьет по ногам и также часто по ним получает. Ну, так игра идет, что, кажется, не смогут команды остаться в составах полных сегодня. С теми обмен потерями, и Рен набирает скорость в этой атаке. Офсайда нет. Сар вырезает мяч прямо в руки Чеп. Что-нибудь на месте. Опасная атака Рена. Можно бить. Удар с опозданием. Исмаила Сар был на острие атаки. Показалось в какой-то момент, что в положении вне игры он находится во время вот этой передачи Ньянга. Но Сар не слишком расторопно пропустил два открывания своих партнеров. Тем не менее, с мячом остался и вынудил Монреаля нарушить правила на себе. Теперь за Реном редкий случай в этом матче. Перевод мяча. Удар касание штанга. Свисток был арбитра. Положение вне игры. Вторая штанга в этом матче. И оба раза потревожили каркас ворот Петра Чеха. Но здесь не офсайд, а офсайд еще, как принято говорить в некоторых рекламных кампаниях. Приложился хорошо. И попал, и бил туда, куда нужно. Бенсибиани наносил этот удар. Лиги Европы тоже есть и Челси, и Арсенал пока в игре. А вот и 3-0. Шикарная, быстрая, скоростная атака. Только Рен поднялся. Только Рен дал какое-то пространство. Как Абамиянг забивает второй гол в сегодняшнем матче. Ну и давайте смотреть, что это за маска такая. Но в Боруссии Дортмундской у него уже были и Спайдермен, и кто у него там только не был. Но вот сейчас была заготовка за этими, обрати внимание, ворота. Да, я тоже подумал, почему не нашел Абамиянг эту маску после первого гола. Ну, кстати, не является ли это неспортивным поведением? Ну, записывать видео, как это делал Балотелли не так давно. За это он желтую не получил, да и здесь